Разменявший восьмой десяток Михаил Шуфутинский женился на танцовщице, которая моложе него на 30 лет. Кого удивишь такой разницей в возрасте? Ведь для людей публичных это всего лишь цифры. Тем не менее, публике интересно, с кем связал свою жизнь исполнитель песни «3 сентября». Зовут девушку Света, она раньше танцевала в коллективе Шуфутинского. Теперь же Светлана Уразова – полноправная хозяйка в его особняке и в его сердце. Ради Светы Михаил решился на кардинальные изменения в жизни. В частности, Шуфутинский благодаря регулярным занятиям в бассейне под руководством тренера похудел на 30 килограммов, явно для того, чтобы достойно выглядеть рядом с молодой женой. Отметим, что от предыдущего брака у Шуфутинского двое взрослых сыновей и 7 внуков. Дети певца родились в предыдущем браке. С Маргаритой артист прожил 44 года. Женщина умерла 5 лет назад от сердечного приступа. Новая жена Михаила, Светлана, отлично влилась в их семью. Подписывайтесь на одну минуту.